Но обязательно вводим традиции семейные. Как участники онлайн-турнира по двоеборью от Московского центра «Патриот Спорт». Во-первых, это спортивно, во-вторых, это весело, ну а в-третьих, это укрепляет не только мышцы, но и взаимоотношения. 15 секунд осталось. Молодец, Кирилл, давай, не сбавляй темп, давай. Ты умничка, вот это скорость. Столичные школьники выходят на победную прямую в настоящих онлайн-соревнованиях. Московский центр «Патриот Спорт» запустил дистанционный турнир по двоеборью. В прямом эфире под контролем судей, чемпионов мира и Европы участники целыми семьями приседают и качают пресс. Папа, руки за голову, замок. Папа, готов? Семьи собирались в едином порыве для того, чтобы победить. Ничего так не объединяет людей, как совместный труд, совместный отдых. И спорт, конечно же, очень сильно тоже объединяет. Онлайн-состязание объединило более 300 московских семей в общем зачете. Более 2000 столичных школьников вызвались помериться физической подготовкой с другими участниками в индивидуальном. Внимание! Марш! О проекте «Двоеборье» я узнала у своего школьного тренера. Я еще не принимала участие в таких соревнованиях, но мне понравилось участвовать в онлайн-двоеборье, и я думаю, что, наверное, я еще приму участие. Онлайн-двоеборье продлится весь июнь. Каждый желающий может зарегистрироваться на сайте и подключиться к команде столичных спортсменов. По итогу чемпионата в каждом из зачетов победители получат кубки и памятные призы. И, конечно, хорошее настроение и крепкие мышцы.